Какой орган вырабатывает желчь? Печень, желчный пузырь или поджелудочная железа? Печень – правильный ответ. Как называется тип клеток человека, который не содержит ДНК? Эпидермис, эритроциты или стволовые клетки? Эритроциты не содержат ДНК. Что разделяет наши ноздри? Стенка, крестец или перегородка? Это перегородка. С помощью чего просматривают состояние внутренних органов? Микроскопа, фильмоскопа или эндоскопа? С помощью эндоскопа. Как называется пластическая хирургия, изменяющая форму носа? Ринопластика, ангиопластика или остеопластика? Ринопластика. Столицей какой страны является город Лима? Перу, Габон или Боливия? Перу – правильный ответ. В какой стране были произведены блоки Лего? Дания, Швеция или Норвегия? Правильный ответ – Дания. Какой газ чаще всего используется в зажигалках? Метан, бутан или пропан? Это бутан. Сколько пар ног у омара? 2, 5 или 10? У омара 5 пар ног. Какой сахар содержится в молоке и молочных продуктах? Лептин, лактоза или лизоцим? Правильный ответ – лактоза. Как иначе называется болезнь, которую называют проказой? Чахотка, синдром Стоумана или болезнь Хансена? Это болезнь Хансена. На каком континенте можно посетить Тадж-Махал? В Азии, Африке или Европе? В Азии – правильный ответ. Как называются маленькие углубления на мяче для гольфа? Ямочки, кратеры или карманы? Правильный ответ – ямочки. В какой стране находится производитель Феррари? Во Франции, Италии или Германии? Феррари производят в Италии. Сколько молекул кислорода имеет озон? 1, 2 или 3? 3 молекулы кислорода. В каком океане находится Бермудский треугольник? В Тихом, Индийском или Атлантическом? В Атлантическом океане. В каком виде спорта игрок может выиграть золотой мяч? Теннис, футбол или баскетбол? Ответ на этот вопрос напишите в комментарии. Не забудь подписаться на канал.